Всем привет и доброе утро. 24 февраля. Я вот такой утренний короткий влог. Еду с работы. Москва, улица Белозаводская. Видите, насколько уже прибавился день. А время без 15:08. Я сегодня чуть пораньше. И вот такая сейчас Москва. Народу мало, выходные дни. Вчера был праздник, так что с прошедшим праздником всех мужчин. Здесь собачек выгуливают все время. Вот. Ну а я сейчас, здесь сейчас будет направо метро Автозаводская. На электричку и домой. Вот, баиньки. Вчера снегопад был. Вот, ну сейчас где-то такая плюсовая даже температура, где-то ноль. Вот крыша тает. Сейчас посмотрим, что нам предлагают там развлечения, какие там концерты. Ну, это, естественно, не все по афишам. У нас сейчас ничего нету. Ну вот ДДТ будет. Когда у нас там? Или было уже? Что-то я не веду никак. Все. О, и Алиса. Цирк. 16 марта и 16 апреля. Билеты. Ну все, что-то сегодня афиш мало. Вот площадь Автозаводская. Ну, направо метро. Вот у меня как раз батареечка уже стала практически по нулям. Всем еще раз доброе утро и доброго дня. Пока.